Добрый день, друзья. Я в 5-м микрорайоне, город Камышин. Вот видите, уже жилой комплекс «Горизонт» вырисовывается, уже 6-й этаж. Выкладывают, стекляют потихоньку. Вот пыльная часть. Это вот видите противовесы на кране, чтобы кран не упал. Он работает. Ну, кран, конечно, фирма. Что там скажешь? Ну, дом, конечно, классный будет. И первообладателями этих квартир будут либо богатенькие камышане, либо залетные, которые возьмут кредит на всю жизнь и будут выплачивать его, покупать квартиру себе и банку. Друзья, я на детской площадке. Вот, прямо передо мной дом, 5-й микрорайон, 54А. Построен в 92-м году. Ну что нам принес 92-й год? Россия и Украина пришла к соглашению о разделе Черноморского флота. Это вот словацкие дома. Классные. Мне нравится. Вот трасса Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Друзья, я постоянно читаю некрологи. Очень много аварий на этом участке, вот начиная с гостиницы «Прага» и заканчивая, ну, где 5-й микрорайон кончается, бензоправка. Водители, прошу вас, будьте осторожны. Не спешите. Все дела все равно не поделаешь. Вас ждут дома. А это, друзья, котлован. Несостоявшийся дом для военных. Главным государственным заказчиком было Министерство обороны, а генподрядчиком Главное управление обустройства войск Министерства обороны. Вот. Начал строить этот дом «Стройсервис 2», город Энгельс. Начали нулевой цикл, вырыли котлован, начали бетонировать фундамент, и на работа на этом остановилась. Эту фирму «Стройсервис 2», город Энгельс, Саратовская область, признали банкротом. И недострой там еще нашли и в городе Волжском, и в городе Йошкар-Ола. И сейчас разбираются в арбитражных судах, куда пропали 285 миллионов, 50 миллионов неустойки. Но сейчас этим проектом сейчас вплотную занялся Кузлит. Они хотят построить эту 12-этажку для своих рабочих, потому что производство расширяется. Ну, надеюсь, что они ее все-таки построят, потому что Кузлит входит в промышленную группу «Конор», а «Конор» заявила себе прям здорово. А это дом 5-й микрорайон 72А и 5-й микрорайон 72, построен в 89-м году, построены. Ну что нам принес 89-й год? Развал блока Варшавского договора
распад СССР и окончание холодной войны. И лидерство США в мире. Ну, то есть начало однополярного мира, который сейчас Владимир Владимирович Путин хочет оспорить. То есть сейчас война идет не с Украиной, а многополярный мир против однополярного мира. Вот. На территории Украины. Но наше дело правое, победа будет за нами.